Давайте веселиться! Давай! Так, ну что, дамы и господа, здравствуйте. Сегодня у нас прекрасный понедельник, а это значит, что пришло время для того, чего вы, собственно, добивались все эти выходные. То есть сегодня у нас будет Нэнси Дрю. Вот, вы долго копали дрюковеры, долго старались, долго, так сказать, подмывали опоры нашего благополучия, здравомыслия и здравого смысла. Что-то я шепелявлю сегодня. Я с удивлением обнаружил, что карта захвата эту суку понимает, понимаешь? При том, что она ничего не понимает в этом разрешении, но эту игру она понимает. Вот, ну типа, единственный раз, когда мне не нужно, чтобы она понимала, была бы официальная отговорка. Нет, эта сука работает. Ну вот, собственно, и все. Да, все, что я вам хочу сказать. Карта захвата, походу, тоже от дрюковеров. Я теперь не Эльгата буду называть, а, ну, дрюковето. Ага. Удар в спину, да. Такая тварь. Угу. Меня зовут Нэнси Дрю. Говорят, что место, в котором живет человек, многое может о нем рассказать. Я решила показать вам свою комнату. Можете посмотреть, как в ней чисто и уютно. Ага. Правда, я бываю здесь не очень часто. Расследования отнимают много времени. В любом случае, все начинается отсюда. С моего письменного. Готовы приступить к нему? Щелкните авиабилет. Да мы готовы. Мы старший детектив, поэтому погнали. Короче, смотри. Глюкозы нет, уже плюс балл, да? Вот. Если вы готовы, то просто щелкните авиабилет. От этого нет, понимаешь? Это как Галустян на кунг-фу-панде. Ничего ужаснее, в принципе, ну, кровь из ушей. Вот. А тут нормальная озвучка. Так что классно. Мы выбираем старший детектив, как и предыдущие 4 раза уже, господи. Подсказок не будет, для подсказок есть чат. Мне уже пора. Пришел мой адвокат. Удачи. Звоните, если что. Уже заткнись. Иду. Заткнись. Тино Бальдуччи? Господи. Якосы ключ от всех дверей в твою комнату. Если что-то... Так, ну что, дамы и господа? Почему эта тварь не вылетает? Почему она работает? Чат, сколько мы прошли Нэнси Дрю? Мы прошли Нэнси Дрю... Японию. Про попугая. А, 3 прошли Нэнси Дрю. А это 4. Это 4 Нэнси Дрю. Вроде как мы не так уж много прошли на самом деле. Осталось всего 30 игр, блядь. Играла на прошлой неделе в эту часть. У меня залагала одна окошко в игре. Невозможно было продолжать играть в любую. Ой, я так буду надеяться, если она сломается. Блин. Четвертая по счету часть. Осталось 29. Да, я уже понял. Паузу поставь, тут время идет. Да пусть идет. Да... Ну, типа... Я не понял, ты будешь бэкситить? Я еще ни одного клика в игре не сделал. Серьезно. Ты уже бэкситишь, да? Серьезно. Ты будешь плакать? Я не буду плакать. Ауф предков, Джек Лондон. Угу. Хорошо. Я мужик, я не буду плакать, ты че? Мы выбираем старший детектив, как и предыдущие 4 раза уже, господи. Смотрим. Чат, пока что не бэксить. Не говори мне, что делать. Внимание, температура воздуха на улице может быть опасной для вашего здоровья. Не забывайте, блять, как у меня организм противится. Организм понимает, понимаешь, я-то такой, ладно, ну сидим, играем. А организм понимает, что нам еще одну часть полноценную пройти надо будет. А это только начало. И я такой, аноним, привет, Артур, у меня вопрос по кино. Ты смотрел сериал Нэнси Дрю? Нет. Если да, то как тебе? Нет, не смотрел. Если нет, то почему ты не будешь его никогда смотреть? Почему же никогда? Когда-нибудь посмотрю, может быть. Обнял, приподнял, Дрю. Меньше, чем Дрю. Понял. А, заткнись. Спасибо. Да, я пробовал содержать отель. Но ничего не вышло. С тех пор я многому научился. Сейчас я бы справился. Нужно только найти подходящий участок и раздобыть деньги. Это голос бомжа, у которого ты рисовал картины в Париже. Сука, он нашел меня. Напоминает головы из Fallout'ов первых. Согласен. Чат, в определенные моменты здесь желательно расспрашивать максимально персонажей. Знаете почему? Потому что, вы не поверите, это игра, в которой нужно быть внимательным, запоминать имена и всякие факты. Вы думаете, что это игры для маленьких девочек. Но на самом деле с помощью этих игр ЦРУ и КГБ проводили отбор дивергентов Индиго, которых после этого отправляли в секретную школу наподобие Красного Воробья. Именно оттуда выходили самые лучшие шпионы. Поэтому давайте будем временами лажать, ладно? Только поэтому
Я не буду, я, конечно, мог бы, но я как бы не буду решать все головоломки с первого раза, иначе меня тоже заберут в застенки ЦРУ или ГУЛАГ, понимаешь? Ваша жена — мама Фрейдсвор. Извини, давай начнем сначала. Я Янни Валькстая. Здесь я готовлюсь к чемпионату Восточной Европы по биатлону. Стая, Валькстая, волчья стая. По специальной программе, которая составлена лучшими румынскими тренерами. Пить. Правда? Правда? Я знаю только одно. Волки — воплощение чистого зла. Не тот волк, кто воет, а тот, кто завывает, ты понял? Оуф. До свидания. Извините. Чат, не быксить. Я как бы... Все-таки есть понимание, ты знаешь, что, ну, если маленькая девочка разбиралась, то и я разберусь. Но я спрошу, если вдруг что-то буду не понимать. Хорошо? Типа, ну, игра же для девочек маленьких. Ну, для детей, не обязательно девочек. Ты повернешься. А чего готовить-то, господи? Отель у ледяного ущелья. Инструкция для поваров. Обязательно следите за тем, чтобы блюда на противне или на сковородках не подгорали, иначе может начаться пожар. У меня нету столько всего вот этого вот. Смотри. Кучка сюда. Но никто не любит, чтобы было так. Не знаю, что это. Пусть будет немного. Присоединитесь к легендарной Нэнси Дрю. Чтобы исследовать увлекательный мир преступлений и коррупции, узнайте тайны, отправляйтесь на сложные встречи с моральными дилеммами, собирайте ложные показания и принимайте решения, оцените живую атмосферу, широкий выбор персонажей и захватывающий сюжет. Соткнись, господи. Что? Ну, блин, я не могу ничего... Посмотри, что ты наделала. Шанталь это не понравится. Ну тогда уволь меня, я просто займусь своими делами. Подожди. А чё я не смог ничего сделать? Ой, блядь! Ой! Хватай! Хватай сюда! Мужик, нет! Выкинь! О. Как выкинуть? Ну, технически я приготовил, да? Подожди, а где мой бургер? А где мой бургер теперь? Бля, какой кошмар. Подожди, а куда он делся? Куда он делся-то? Чат, куда он проебался? Ну смотри, да? Кесадилья. Подожди. Это же какое-то, блядь, просто испытание воли. Так. Извините, Лу, ешьте, не обляпайтесь. Заказ готов. Свали отсюда, давай. Очередь заранее занимай в туалет, тварь. Ненавижу тебя. Кесадилья еще одна. Так. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Давай, жри. Заказ проваливай готов. Свой. Уже 40 минут ожидаю свой чизбургер. Часы выкинь. Угу. Так, забирай, родная, забирай. Вот это нормально было. Так, что дальше? Что-то как-то расследование не идет. Нас тут припахали, мы батрачим, по-моему, нет? Пищевое отравление постояльцев отеля. Привыкайте, сукины дети. Утром 4 постояльца отеля у ледяного ущелья почувствовали сильное недомогание. Ведь меня еще не приехало, а они уже знали. Здравствуй, Аптип. Я, конечно, все понимаю, мы давние друзья, не хочу обидеть, но прекрати уже посылать своих последователей ко мне, пишет жопа. Я не резиновый, а они не они еще приходят, тупые вопросы задают. Говорят, Аптип сказал ко мне обращаться. Пусть к подружке обращаются. Иди в жопу. Ага. Вот. Пойду поищу каток. Я менеджер из «Вкусные точки». Мы заметили ваш талант готовить гамбургеры и хотим нанять вас в наш славный дружный коллектив. Спасибо. А где каток? Куда никак? Я туда не пойду. Неизвестно, куда ведет эта дорога. Ну, на каток, наверное, других дорог-то нет. Так, ну вот на каток написано. А как его чистить? А, лопата.
Опа. Ничего себе. Ты провалилась под лед? Да, но теперь все в порядке. Просто я промокла и замерзла. Очень замерзла. Мои губы стали такими фиолетовыми. Ты должна была выяснить причину несчастных случаев, а не искать неприятности. Я знаю. В следующий раз я буду осторожной. Обещаю. Нэнси, я верю, но не могу себе этого позволить. У меня и так проблемы со страховой компанией. Вы хотите сказать... Именно. Ты уволена. В смысле уволена? А как же расследование? А тут две. Значит, вот тут наверху еще одна. Опа-на. Видали, что делаю? Жесть, смотри, какой умный. Господи. А тут три. О, боже, что так сложно-то? Опа. Повезло? Не-не, не повезло. Тут именно что на тонком льду брат брата. Да что тут за трэш творится, вообще непонятно. Подожди, получается, здесь у нас четыре клетки. То есть раз, два, три, четыре вокруг него. Это значит, что где-то в окружении еще одна есть. Но если... Блять, и тут четыре, что? Я нечаянно правую кнопку мыши нажал. Ебана мать! Так, хорошо, хорошо. Тут четыре, то есть получается... Где-то во всем этом пространстве... Хватит тыкать просто наугад, Артур! Прекрати! А мы тут такие... Почему он не бьется? Время-то идет, кстати. Это тебе пока еще везет? Не-не-не, тут чисто... Чисто просчет. Понимаешь? Вот. Но не может же быть рядом несколько, верно? Вот так, два вокруг него. Вот это и вот это. Здесь кататься нельзя. Ничего себе. Ничего себе. Бля, это какой кошмар. А где тут у нас еще безопасные места? Вот это точно безопасное. Вот это точно безопасное. Так, и все. А дальше придется прощупывать. Потому что дальше уже пойдут серьезные игры. Дальше уже по-черному начнем играть, понимаешь? Получается. Угу. А здесь, соответственно, ничего нет. Ну, здесь, соответственно, сейвово. Вот, да. Угу. Хорошо, продолжаем пошагово сохраняться. Потому что, ну, а как иначе-то? А как иначе? Угу. Три. И какая-то из этих. Но вокруг тебя три и... Ой, блядь, сложно. Господи, у меня опять голова начала болеть. У нас время скоро для ужина. И мне каждый день это надо будет делать, да? Мне реально каждый день это надо будет делать или что? Я правильно понимаю вас? О боже мой, о боже, я сейчас начал понимать проблемы свои все. Так, смотри. Это что, сру? Подожди. Да, это выход из положения. Минуточку. Кажется, это волчьи следы. Я бы не прочь узнать, куда они ведут. Через пять минут. Голый. Изи было, кстати, совершенно просто. Вообще не понимаю, как это можно было, блин, какие-то сложности испытывать. О, ну, привет. Кто ты такая? Меня зовут Нэнси Дрю. Наверное, мне стоит спросить, кем ты здесь работаешь, Нэнси. Ты слишком молода для постояльца. И кто? Вообще такая. Для начала я бы хотела узнать ваше имя. Меня зовут Камила Гвадалупе. Друзья зовут меня Мила. Это тебе харкнуло, значит, в бургер, да? Я новая горничная. Я новая горничная. Пожалуйста, убери в моей комнате в первую очередь. Ничего, мы тебя в следующий день, я думаю, еще и на коврик насрем. На что вы смотрите в бинокль? Я наблюдаю за птицами. Лучше на кровать. А, нет, за это вроде как Джонни Деппа потом, ну, типа, в тюрьму посадили. Смотри, как говорится, горничный этикет. Рассказываю это из моего богатого жизненного опыта. Вот, в бытность работы горничной как-то раз мы практиковали следующее. В общем, к номеру кладешь газету, а под нее срешь.
Газету поджигаешь, газета начинает гореть, постоялец убегает и начинает ногой тушить газету. Вот, нога в говне, вот, все горничные должны делать так. Все продукты были абсолютно свежие. Ты даже не можешь себе представить, какой это был кошмар. Бедная Эльза потом еле вымыла весь отель. А запах? О, Господи. Затем Карл Дженкинс поскользнулся на ступеньках во дворе и сломал ногу. Блядь. Потом кто-то разбил окно в номере Лу Талбота. Потом испортили колеса машины Эльзы. Потом перерезали телефонные провода. А потом... Потом Саут-Уэйты чуть не задохнулись в сауне из-за утечки газа. Заткни, Господи, как же они давят на мозг. А потом... Ясно? Ага. Ну, значит, всех повидали. Сауна. Там у нас готовка еды. Я бы на их месте, ты знаешь, со мной максимально вежливо бы был, потому что я готовлю им еду. Не нужно, блин, ссориться с человеком, который готовит вам еду. Это я как повар-кондитер 4-го разряда говорю. Я никогда в своей практике никого не кормил плохой едой. Но мог бы. Show feels so good.